Красноярск стартовать 10 октября. Самое главное – получить опыт местных мастеров. Открывать новые горизонты, новые направления. Совершенствовать, развивать. Это будет круто, мы будем путешествовать, приезжать в разные города. Просто простые ребята с Красноярска покорять мир. Вот и все. Будем встречать хороших, добрых, творческих людей. Не замерзнем где-нибудь в Грузии. Собираемся ехать с Красноярска стартовать 10 октября и едем в сторону Европы. Через ряд городов России мы будем делать арт-постановочки, арт-проекты. Создать объекты, затянуть жителей города путем своих проектов. Искусство, музыка, фото, я не знаю. Ну, тут много-много разных аспектов. Самое интересное, что мы хотим по итогу... Денег заработать. Чтобы выжить. Че, давай. Чтобы выжить в поездке. Молодец. Че заново говорит? Самое главное получить опыт местных мастеров. Мы хотим заходить по мастерским, может быть, какие-то деревушки заходить, смотреть, как работают мастера, скульпторы, музыканты. Дальше мы посещаем Европу и уже, естественно, переходим на такую современное искусство. Наша задача обогатиться как духовно, так и творчески и развить свой кругозор. Мы едем, чтобы путешествовать и развиваться, и покорять мир. Просто простые ребята с Красноярска, да, ну и художники. Да, все художники у нас. Все художники, да. Я вообще давно мечтала отправиться в путешествие какое-то такое долгосрочное. И вот все так как-то сошлось в одном месте, то что ребята такие творческие. Я думаю, это будет круто, мы будем путешествовать, приезжать в разные города. Трудности, я думаю, это даже интересно, если мы будем встречать какие-то трудности на пути, их преодолевать. Это тоже будет часть нашего приключения, нашей истории. Не только творчество, но и какие-то жизненные ситуации. Это тоже всегда интересно. Я в этой компании фотограф. Занимаюсь фотографией уже около 2 лет. Еду преимущественно для того, чтобы собрать себе портфолио для поступления в вуз немецкий в Кёльне. Мы едем большой компанией, да еще и с животными, автостопом. При условии, что большинство из нас не имеет опыта автостопа. Опять же, все эти трудности это можно позиционировать как плюсы. Потому что... мы десятки раз будем выходить из своей зоны комфорта, что будет нас, безусловно, совершенствовать, развивать. Я выбираюсь открывать новые горизонты, новые направления. И на этот раз это уже будет что-то новенькое. Европа, новые такие страны, как Грузия, Армения, Турция. Я пока что там еще не была, и поэтому мне весьма интересно. Здесь у нас будет целая команда. И команда очень неординарных и творческих людей, у которых у каждого очень много своих каких-то
способностей, особенностей. Мы все обладаем какими-то уникальными талантами. Я думаю, мы раскроемся и наверняка научимся чему-то новому. Хочется как-то показать людям, что можно путешествовать не просто так, ради какого-то развлечения. Можно развиваться в пути и быть полезным миру, людям. В нашей команде две замечательные собаки хаски. Я считаю, что такого еще пока что точно никто не делал. Все будет круто, я уверена.